воинам, погибшим при освобождении Севастополя. 17 апреля 44 года по 6 мая 44 года. Это вот когда вторая гвардейская армия наступала отсюда с севера. Со стороны Патори, да, наступала сюда с севера все. И вот этот вот последний удар, как сказать, был перед взятием Севастополя, это северная сторона. Вы все помните прекрасно, я уже не раз написал, что 8 мая, к концу дня, вторая гвардейская армия вышла на побережье Северной бухты. И в 6 утра 9 мая началась контратака со всех сторон на Севастополь. Ой, вернее, оттока. Со всех сторон на Севастополь началась. Дальше пошли через Северную бухту на плотах. Часть начали огибать через этот Керман. Пошли, часть пошла. Часть по морю. И основной удар был это, помните, Сапунгара с той стороны. И практически к концу 9 мая, за один день, весь город был остановлен. За исключением продолжились бои там до 12 еще мая. Сюда вот на сторону казачьим, да, вот там. Мы каждый год приходим к этому памятнику, высказать свою благодарность освободителям города Севастополя. Они сложили свои жизни, они не считались о своей жизни. Они выполняли задачу, которую поставила Родина, освободить город Севастополь от немецких фашистских оккупантов. Что и было сделано в апреле, в мае месяце 1944 года. Поэтому мы сегодня будем праздновать, ну в этом году, извините, в этом году мы будем праздновать 75-ю годовщину со дня освобождения города, 74-ю годовщину. Давайте дадим память, дай памяти нашим погибшим героям. По очереди, по одному. Павших героев. Земля.